Красавица. Да. Насчет красавицы я вспомнила. Да, здравствуйте, я поздоровалась, не помню. Вспомнила я, когда собираюсь на концерт, но всегда, ну как барышни там, думаю, что одеть там, может это, может это, может это. Дочка обычно смотрит на меня и говорит: мама, ну ты сейчас оденешься, сядешь, закроешься этой гитарой, ну кто тебя увидит? Вот. Поэтому я думаю, что петь стоя, наверное, выгоднее в этом смысле. Здесь сказали, что у меня вышло 2 альбома, у меня вышло уже 4. У меня вышел еще альбом «До востребования» и совсем недавно альбом, который называется «Вслух». Я приехала издалека, у меня нет такой группы поддержки, как у Володи, поэтому из Львова я добралась одна, но я думаю, что справлюсь. Из города дождей к далекому теплу везу свою беду, зажав ее в ладошке. Любым из поездов бежать, но почему я все еще стою на маленькой подножке? Любым из поездов, пока не рассвело, чтоб я тебя в толпе заметить не успела. Соврать в который раз, что все ушло, прошло, и сердце пережать, чтоб больше не болело. Ба-ба-дам, ба-ба-да-ба-дам, ба-ба-дам, ба-ба-да-ба-дам. Из памяти былой, из города греха, где голосом твоим уже не бредит эхо. В огромном мире нет такого уголка, куда бы я могла от глаз твоих уехать. В вагончике сыром, в печали и в тиши живет моя беда, и мается до ныне все колесит она вокруг моей души, и все никак меня не бросит, не покинет. Абадам, абадабадам, абадабадам.